В Великобритании на пляже графства Нортумберленд в куске отколовшейся скалы была обнаружена самая большая из когда-либо найденных учеными каменелость многоножки. Ее длина была почти 3 метра, и думаю, она бы с легкостью могла залезть на человека, пока он спал под папоротником, и выпить все его жидкости. Примерный возраст окаменелости 326 миллионов лет. Получается, эта многоножка топала землю еще до того, как по ней начали ходить известные нам динозавры, и карта мира тогда выглядела вот так. В тот период в Великобритании был тропический климат, потому что она находилась вот здесь, почти на экваторе.